Меня зовут Василий, мне 40 лет. Проживаю в городе Барановичи. Работаю в такси. Ну и совместно еще окна вставляю. В 2014 году по объявлению поехал в Москву на заработки. Меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Барановичи. Работаю строителем. В 2014 году с друзьями поехал по приглашению в Российскую Федерацию. Работал по профессии монолитчик, больше 12 часов надо было работать. Работа такая, что не из легких была. Проживали мы в вагончиках, вагончики были не обустроены, холодные. Забрали у нас паспорта, выдали небольшой аванс. Договор был такой, что отрабатываем там неделю, после каждой недели платят. Мы отработали 5 недель, нам никто никаких денег не дал. Пришли там представители этой стройки, задали вопрос, почему мы не работаем. Мы сказали, что за бесплатно работать не будем. А никак так за бесплатно. Мы все деньги отдали. Но мы этих денег так не видели. Проходит еще месяц, нас в итоге никто не рассчитывает. Ну, решаем уезжать, нам паспорта не дают. В один прекрасный момент решили взломать прорабку, забрать паспорта и уехать. Потихоньку перекладными путями добрались до Беларуси. При выезде на работу за рубеж обратитесь в МОМ, где вам помогут проверить работодателя и узнать все основное про работу за рубежом. Тебе посоветуют, стоит ехать в эту контору, не стоит, обманывают, не обманывают. Обещают везде золотые горы, а сами все понимаете, что это далеко не так. Первый раз поехал на заработки, ничего не заработал. Обидно было, стыдно было, что приехал домой как бы без денег, без ничего. При возвращении с России с этого заработка месяца 2-3 не хотелось никакой работы вообще. Было сложно, но все равно же как-то восстановился, ну и продолжал работать постепенно, вошел в колею. МОП помог продуктами, помог собрать детей в школу, одеждой, предлагал помощь по трудоустройству. Лечение предлагали, то, что мне надо было обследовать, я все обследовал. И с психологом общались, хорошие люди. МОМ купил мне инструмент. От установки окна я получаю 10%, а не 7%, так как у меня уже свой инструмент. Все замечательно. Хорошо помог. Очень даже хорошо. Большое спасибо МОМу за то, что провели со мной адаптацию, за их помощь и психологическую, и моральную. Огромное им спасибо.